Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 270. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 7 сентября 2016 года. И далее ознакомление с материалами, которые год назад еще были редкостью. Сегодня их можно увидеть, читать, прочитать. Про человека, который злобой наполнил целую страну. Люди, которые знают, ничего не знают совершенно. Вот я в интернете вижу. Все, секта, это сектовед. Сектовед, что он делает? Он травит людей друг против друга. Кто не с ними, враги объявляются. Все. Создал пугало для устранения неугодных. Главное то, что вот это всеобщее помрачение, все принимали его, вплоть до патриарха, в епархиях, всюду и везде. Что? Покинутость Богом людей. Ну тут явно видно, что никакого отношения к христианству не имеет. Вот он где. Оскверняет богопротивными речами. Выступает перед студентами везде. Лжепрофессор. Ничего нету, оказалось. Нету. Царь-то голый. Просто враг, затесавшийся в число граждан. Видите как? Обвинения эти неполные все еще, потому что не показаны жертвы. Последствия метастаза эти будут распространяться еще десятилетия. Потому что столкнуть это легко. На этот гниющий труп. И вот эти кроты, черви, поганые насекомые хлынули сюда. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. В новом выпуске услышал гимн сайта. Здорово. Профессионально сделано и свежо звучит. Да благословит Бог автора. Я его, некоторые не слышали, снова проиграю. Владимир Мочалин. Автор. Кто исполняет, не знаю. Мир вам, Игнатий Тихонович. Удивительная вещь узнал сегодня. Покойный президент Узбекистана Ислам Каримов. Православный. В крещении Илья. Это прочел в журнале Кураева. Вот ведь как бывает. Ну, не знаю. Данных таких не имею. Личное свидетельство его не было. Почему только через журнал можем узнать? Не знаю. Вот такое дело. События дня, прошедший день. Для нас здесь лично Потеряевки. Хорошая погода. Успевали картошку копать. Без картошки никак нельзя. Никиту отдал на пастьбу. Вчера пошел и говорю, только на полдня. Каждый день полдня, а тут целый день за барабашей. Потому что мы не успеваем. Ну, я носить мешки не могу. Кое-кое как выковыриваем картошку. Шли дожди, земля-то не удобренная. Ну, твердая, как вот асфальт. И вилами нельзя землю проткнуть. И чем дальше, тем ниже урожай. Вначале хорошее было там. Где? Я спрашиваю, а как вы у барабашей как? А они говорят, а мы никогда не пашем. Ну, у него навозил там, наверное, на полметра слой весь. А у нас-то нет этого. Мы берем количеством. Что много и помаленьку, там по две картошки все равно набирается. Полуживой приползаю. Кое-кое как. Не разогнуться. Не согнуться, но к утру маленькое на молитве тело привыкает уже двигаться. И вот.
Такие вот известия. День такой. Свои заботы маленькие. Там электричество привезти, трубу не достанешь. Потому что из кирпича она 1700 килограмм весит. Большая, высокая. Нужно достать из жести какой-то нержавейки. Ну, пока такое вот дело. На этом можно сказать все. Если бы снимали так вот, не просто устанавливал я, тут бы много больше можно было показать. Обстановка здесь. Но пока ничего больше нет. На мировые события мы никак не реагируем. Но был он. Был или я, может быть, кто это знал. Не знаю, к этому сообщению я никак не прилагаюсь. Для нас, говорит, ни холодно, ни горячо. Бог его знает.